Здравствуйте, люди! Где мы находимся? Черт возьми, походу я попал в Альпы. Ладно, мы с вами продолжаем итальянскую кампанию. Господи, меня сейчас спойлят. Мы этого не хотим. Это что, калибри в руках у меня? Это маленький пистолет. У меня Или то ли у меня руки огромные. Возможно, у меня огромные руки. Что же, ребята, мы сейчас должны найти Матео. Где же Матео? Где же парень наш? Матео. Стелс, да ну нафиг ваш стелс, ребят. Стелс, это в Dishonored у нас будет. В Dishonored я буду играть действительно по стелсу. Я не скрою, ребят. Я скажу чистую правду. В Dishonored будет стелс. Ой, господи. Чёрт, тебя кто-то убил. Интересно, как же ты умер. В Dishonored будет стелс. Это, ребят, Battlefield не про стелс. Battlefield про Battlefield. Я решил все по порядку. В домиках были прижаты огнем союзники. Мне надо было добраться до них. Не пойдем, пойду вот так. Жалко снайпер. Нет, сейчас осмотрите вашу ситуацию. Конкретно ничего. Кто-то бегает. Еще кто-то бегает. Вот этот снайпер, кстати, у него можно отнять оружие. Еще кто-то бегает, еще кто-то бегает, еще какие-то чуваки. Попытаемся скатиться. Ребята, скат! О, дизлайки! Отписки! Скатываемся. Что-то застрял. Застрял, скатываемся. Скатываем могло пойти неудачно. Мы могли спасти успешные видео, но нет. Все, меня заметили. Начался подъем. Парень, не прячься за камнем, я тебя вижу. Ты не каска. Я думал, камень пробивается. Вынеси этого немца. А, это свой. Это свой, сорян. Это, конечно, пистолет-пулемет не для... Так, блин, у него двойной. Я только что понял, у него два дула. Это двойной пистолет-пулемет. Не один, не просто два магазина, это одному иду. Я... Ну, знаете, меня поражает просто изобретательность людей в Постойте. Тут был труп. Я уверен, что тут был труп, и он пропал. Мы услышали их еще раньше, чем увидели. Из вражеского форта выезжали бронированные машины. Но у тебя же больше не было снаряжения. В домиках были ящики с вражеским оружием. Мы собрали его и приготовились к бою. Пробился к мужикам. Матео, где ты? Посмотрим, где тут выбрать Мондрагор, снайпер. Поменять двойное. Так, хорошо, у нас есть снайперка, это хорошо, но этого мало. Так, этого мало, нужно еще. Есть противотанковое, отлично. Мне нужно оружие противотанковое. Типа, ну, противотанковый винтовка, пулемет Мансен, штурмовик. Отлично, нет, у нас такой набор устроен. Фига себе, нет, винтовка какая-то не очень мощная. Хэдшот ставят. Где вы? Подожди, я только что осознал, что это прыгает он целый. Но если я правильно рассчитал... Да, я рассчитал траекторию абсолютно верно. Но броневик еще цел. Как он неверно рассчитал. На всякий случай. Без нужды было, да? Потратил зря. Что ж вы... У нас что, голова латунная, неубиваемая. Товарищи умирать не хотят, и отжить хочется. Винтовка снайперская, это заменим, она ужасна. То есть я все понимаю, но сами смотрите. Как я бил магнитные мины. Вот это? А, нет, это то же самое. Или нет? Автоматик. Я не вижу ни хрена. Ну вот это вещь, это я понимаю. Кто-то постреляет, но непонятно чего. Блин, эта тварь, она живающая. Я думал, она скорее, значит, уже умерла. Надо добить.
Вот это другое дело. Спасибо за миномет. Если мы будем играть за минометчик во время этой кампании. Мне все-таки пишут, блокировали обзор. Нет, эта пушка очень мощная. Да, вот видите, кто дал долг, этот наш расчет. И только что я осознал, что у меня нет оружия. Вернее, нет патронов к моему оружию. Фу, задача. Давили огневую мощь врага своей силой воли. Нет, пулеметом вообще. Домики были в безопасности. Мне надо было идти дальше. Ты так и не сказал, а Матео в домиках был? Нет. Бойцы говорили, что его отряд прошел дальше. У меня вопрос, какие домики в безопасности? Этот нет, этот горит. Ну ладно, хорошо, с натяжкой можно сказать, что тот домик, ну у него половина домика, по-моему, превратилась в щебень, но зато он, ну, хотя бы наполовину целый. Что-то Матео там, блин, Матео, куда ты бляпался? По-моему, ты в Маунт Мэссив попал. Ладно, пойдем спасать. Не сопи, не кричи, все нормально. Тебе просто оторвало ногу, не страшно, пришьем новую, лучше будет. Будешь как Адам Дженсен. За девками бегать после войны. Ну или девки за тобой, смотря в ноги, можешь работать. Я такое видел Беллами, что приходилось себе напоминать, я жив. И что? Огонь. Везде огонь. Я жив, хочу уйти из этого. Я слышал, как кричат итальянцы. Я знал, что мои друзья в ловушке. Мы не пройдем, ребят, там, мы не пройдем. Я смотрел везде, но поздно. Я был один среди призраков. Матео, что-то возьми. Я почему-то был уверен, что Матео там нет. Ты видел Матео, друг? Ты видел Матео, чувак? Матео, ты видел его? Видимо, нет. Может, он не мой. Пулемет, хорошо, это у нас есть. Я ищу просто что-нибудь интересное, ребят. Просто окопный автомат. Странно, что я не нахожу никаких ни книжечек, ничего, потому что они в сумках сейчас лежат. Все закрылось. Ладно, пойдет. Дайте мне иметь оружие, мне мое. Ну, более-менее, но устраивает. В порядке. У тебя НРС в последней стадии. Пойдемте. За камнями. Нет, лежать. О, мужики, спасибо, пришли помочь. Пойдем по краешку. С краешку, как известно, самое вкусное всегда расположено, а по центру не особо. Я просто, вот как карбонат покупаешь, там по краешку самое вкуснятина, а по центру мясо просто норм. Я думаю, это тут прям тот же принцип. С краю приятнее. В форт было два пути. Либо через подземные тоннели, либо поверху, обойдя его сзади. Не напрямик? Это было невозможно. У меня ведь уже не было брони. Пулемет, который не... Блин, смотрите, а тут можно должить мне что-то. Лука Винченцо Кокьола. Я не хотел умирать. Он 21 был. Я хотел заколоть его ножом, но нож настолько неэффективное оружие. Почему я на себе таскаю просто какой-то маленький нож? Было два пути. Либо через подземные тоннели, либо поверху, обойдя его сзади. Не напрямик? Это было невозможно. У меня ведь уже не было брони. Он этот человек просто пронес мимо... А, нет, вот он умер. Вот что называется тупость. Пойдем через подземелье. Наш отряд будет называться «Дети подземелья». Никого?
Нет, конечно, боты здесь мега тупые. Я не буду ничего говорить. Но они мега тупые. Они еще тупее, чем четвертый. Но так тупее, чем... Не, в Хардлайне были нормальные. Сорян, ребят. Так, постойте. Там надо убить чувачка. Я искусством занят. Господи, вы задолбали. Немцы что, искусство не любят? Идеально. Проверка пройдена, стены можно долбить. Похоже на стены в моем подъезде, ребят. Я просто чувствую себя уютнее, когда думаю о своем подъезде, поэтому... Поэтому вот такие стены я хочу видеть здесь. Да, вот в моем городе так выглядят подъезды, ребята. Вот примерно вот так вот. Пошли. А чё их расстреливаю? Давайте гранату возьмем. Очень похоже на миссию в Сталинграде, кстати. Там такое же оружие было. Ну, примерно, по форм-факту. Сейчас сбавим темп, ребят. Умирать нельзя. А тут что? Кстати, приходит несколько проходов, то есть тут не заскриптовано все, блин, ее какого колеса, да? Очень забав. Блин! Как колеса. Быстрее. Возьму-ка я вот это. Мотора. Перезарядка на бегу, спасибо за это. Хотя Battlefield 4 тоже была перезарядка. По-моему, просто круг сделали, не? Или мы как-то обошли? Чувак, он меня спалит. Посмотрим, как взорвется огнеметчик. Да. Господи, зря я, наверное. Текстуру проползти внутрь. Мы сможем пройти через стену? Они так дышат. Прикольно. Типа. Мне кажется, я держусь с орангутангами. Ни хрена не видно, конечно. Старому деду ни хрена не видно, но дед справится. Может, я уже в дверь кого-нибудь войду? Мне кажется, если я буду так бегать дальше, мне плохо, лучше не станет. У деда сердце прихватит. Просто оставить он наедине с немецкой гранатой. Какой стелс? Вы о чем? Все нормально. Так задумано. Потом зачистить австрийский рог. Так, наконец-то оружие. Готов поменять на что угодно. Еще все, патроны имеются. Постойте, это что? Че на R подбирать оружие, не на это? Оп! О, вот это траншейное ружье. То, что я хотел. Для таких траншеек идеально. Мне интересно, будет локация с траншеями? Я что-то пока не видел в мультиплеере. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Локации с траншеями. Я что-то увлекся, ребят, с игрой в траншейника. Увлекся, извините, увлекся, бывает, и вот чем это кончается. Это просто похоже на игрушку из секс-шопа, ребят. О, о, нет, 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 это такой же, как я.
Я помните, говорю про немца в броне? Тевтонский рыцарь! О, нет! Господи, они неплохо окружают. Нет, я хорошо, я беру свои слова назад. Они тупые, но окружать умеют. Так, что если мы Ланселота гранатой? Ланселот, лови! Наш пробивает броню танк, следовательно его пробьет. Я просто не знаю, жив еще? Ну, лучше перестраховаться. Не, Ланселот умер. Берем его оружие. Такая штука. Так, где Ланселот? Нет, черт возьми, Ланселот жив! Второй сэр Ланселот. Знаете, с лопом, по-моему, у него полная броня, в отличие от моей. То есть стрелять ему в лоб практически бесполезно. Там Ланселот. Да не. Может, я его убил? Жалко, что трупы исчезают. То есть, не то чтобы я, понимаете, прям такой некрофил, но... Исчезающие трупы. Парень меня овнил там, мне это не нравилось. Можно взять вот эту пушечку, она серийная. Он меня оттуда ждал. В броне моего чувака, видимо, совсем раскидали на хлам. Ну, один из наших тут. Вскоре я уже не мог смотреть на трупы. Он должен был дойти до форта. Но при этом ходил в броне и раскидывал их маленьких детей. Ладно, не буду открывать кейсы, ребят, мне что-то поднадоело. Ой-ой-ой-ой-ой. Видимо, ребят, еще рано сюда спускаться. Матео! Матео! Мужик, где ты? Я все еще вспоминаю то поле. Каждый день. Стал искать. Начал было надеяться, что Матео сбежал. Но тут... А! Нет! Нет, нет! Ты меня слышишь? Слышишь, ты? Ты, ублюдок, зачем ты умираешь? Я ничего не хочу сказать тебе, это драматическая сцена, но... Он скорее кряхтит, как будто у него запор, чем грустит по своему другу. То есть, ну я так в туалете кряхчу. Мне жаль Матео, но, блин, чё, это, я не знаю, это он наши переозвучили так. А я все еще здесь. Здесь с вами. Почему оно так? За войной последовали беспорядки, рушились империи, появились новые страны. Мир и наше представление о нем изменились навсегда. У меня в браузере в закладках стоит статья о нескольких странах, которые исчезли. Все семьи изменились навсегда, как от потери родных и близких, так и от возвращения тех, кто уцелел.
Вперед, Савоя! Получено достижение. Мы с вами прошли еще одну кампанию. Она короткая, на две миссии, к сожалению. Мне кажется, могли... На самом деле, нет. Это как хорошая книга. Нужно закончить вот там, где нужно закончить, скажем так. Не переборщить. Записи кодекса. Ну, не все. Боевые уставы я так все и не подобрал. Ну, ладно. Это за них ничего не дается, ребят, кроме достижения. Вот вообще ничего. Дальше вот здесь уже идет три миссии. Вот самые большие — это вот это и вот это. Я, кстати, не знаю, почему так. Почему... И вообще, почему адским бойцам Гарлема так мало уделено? Почему... Вот эта миссия, кстати, по-моему, самая-самая лучшая. Но почему вот этому парню черному, который на обложке игры, уделено вот столечко внимания, я не понимаю. Так что это что получается? Мне интересно, просто какая-то... Ну, это какая страна? Так, это Италия. Посмотрите, это вот тут сапог. Просто тут облака непонятно. Это похоже на Грецию? Ну, наверное, Греция. Галлиполи, ну Галлиполи. Я думаю, не Галлиполи, а Галлиполи. Ничто не предначертано. Какой тяжелый выбор. Не обязательно по порядку играть, но все же. Ребята, следующая кампания посыльный. Всем спасибо за просмотр. Мы с вами скоро увидимся в следующей серии. Всем пока.